28 июня 2021 года. И сегодня вот мы после обеда собрали 6 ведер клубники. Ну и давайте взвесим, сколько же они потянут. Берем первое ведерко. Ставим. Смотрим. 3 килограмма. Второе. Ставим. Тоже 3 килограмма. Третье. 3 300. Четвертое. 2 400. Пятое. 3 400. И шестое. 300. В общем, по 3 килограмма каждая ведерка, 6 ведер на 3, 18 килограмм за сегодняшний день. Вчера было 9. Вот такой вот у нас урожай по нарастающей пока. И вам таких же успехов. 29 июня 2021 года. Ну и сегодня мы сразу весь урожай привезли домой. Вот 3 килограмма одно маленькое ведерко. Три килограмма второе ведерко. И 2 ведра 10-литровых больших. А тут 4 900. И следующее тоже, наверное, так же. 4 800. Ну, теперь пора их помыть и по банкам перебравши. 30 июня 2021 года. И вот мы закончили с подругой собирать сегодня урожай. И хочу вам показать один сорт земляники. Вот она такая. Это уже вызревшая земляника, розовая. Вкус и запах у нее отличаются от той, которую мы обычно едим. Ну, такой даже не могу описать, какой-то ванильный привкус у нее. Эта земляника очень дает много усов. И она среднеспелая. Вот появляется только в конце июля. Не очень крупная. Временами даже мелкая. Но я ее интенсивно размножаю, чтобы было побольше. Вот так она выглядит, кустики. И вот таким образом я ее собираю. И вы видите ее отличие от других сортов.
Ну и на этом сегодняшний сбор урожая, пожалуй, завершен. Сейчас покажу вам, сколько мы тут собрали с подругой. Вот 10-литровая ведерко одно, почти полное, и 5-литровых. Пойдемте посмотрим. Вот здесь вот такие вот растения. Это мужики. Ну и все-таки улитки здесь у нас и муравьи. Вот с 20 килограммов примерно грамм 100 портят. Вот я повесил еще так пакет. Здесь мотается. Ну, не больно-то он останавливает. Ну и идем с вами к дому, а потом поедем все-таки в город, поскольку здесь у нас урожай не влезет в морозилку опять, как и в прошлый раз. Вернее, 3 дня подряд мы ездим. Вот позавчера было 20 килограмм, вчера 16, ну и сегодня, наверное, что-то около этого. Хочу похвалиться ягодой. Вот такие вот, видим, у нас ягодки. О. Но это не самые крупные, какие у нас бывали, но тем не менее. В общем, едем домой. И сегодня. Угу. Вот еще одна ведерко. Вот сегодняшний урожай, и он точно не влезет в морозилку здесь. Так что едем домой. Итак, 30 июня 2021 года взвешиваем сегодняшний урожай ягоды. Так, 10-литровое ведро у нас потянуло на 4700. Так, вот это ведерко желтое 2300, итого 7 килограмм. Так, еще 3210 килограмм. И тут 1311 килограмм за вычетом тары. Ну, на этом все. Из этого цветника возвращаемся домой. Ну вот уже 20 минут, как 30 июня. Белая ночь в разгаре, как говорится. И вот крайняя банка крупной ягоды и мелкой. Насыпаю 2 ложки.
тростникового сахара. Ну и больше не буду уже вам шуметь. Вы уже это не раз видели, но немножко только гудану. Ну вот, на этом сегодняшняя переработка ягоды завершена. Расправить остается только крайние две коробки в морозилку. И на этом можно заканчивать, принимать душ и спать. И вам таких же успехов в сохранении урожая клубники. 30 июня 2021 года. У нас белые ночи, вот видим, время 11, и мы справились с 13 килограммами земляники. Вот пошла у нас вот такая еще розовая земляничка, своеобразная на вкус, не помню, как название сорта. Ну и вот мы не только занимаемся тем, что пашем на огороде. В принципе, вот сидим, перебираем ягоду, смотрим канал многодетной мамы Оли, матери-героини, с удовольствием донаты ей с удовольствием отправляем. А днем по приезду на дачу, пока прохладненько в теплице, немножко занимаемся, поливаем, пасынки обрываем, листья. Ну, на помидорах после обеда идем, едем на пляж или в порт. Пляжей у нас несколько, по магазинам. В общем, вот это занятие у нас занимает времени дачными делами часов 5, ну 6 максимум, остальное мы просто отдыхаем, балдеем, пенсионеры, имеем право.